Давай, говори. Подожди, меня не видно. Давай. В общем, что хотелось бы сказать? Что хотел коллеги? Коллеги. Так. По цеху, по бизнесу. Да, 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 согласен. В общем, хотел бы вам, не знаю, всех ваших успехов. Надеюсь, они были именно те, о которых сочетаются с намеченными вашими изначальными планами. В общем, желаю вам дальнейшего развития, процветания компании. Ну, в общем-то, успехов в бизнесе. Спасибо. Спасибо. Я стаканчик принесли. Да-да, я же за рулем. Ладно, хоть доеду. Да. Пиво безалкогольное, еще и стаканчик. Можно я солянку прямо из кастрюли, да? Пиво из бутылки, да. Но мясо сырое прямо откусил такое. Пиво, это соленое. Мега соленое. Ты разлащаешь. Пиво его это хлебное из бутылки же пить. Да? Ну вот из маленького, может третье. Ну такая легенькая. Это же не наши, там эти чебурашки же. Из-под Жигулевской правды, блядь. А что так наши чебурашки? Она неудобная. Из наших чебурашек попробуй. А? Полностью 0-0. Да, конечно, это шпаклер. Это шпаклер. Шпаклер, да, самый известный был. Ну тут написано, то есть, контент 0,5, алкоголь, вай. Короче, ну, как, короче, максимально, то, что там зацепишь, там 0,5. Градуса или оборот, в чем это измеряется? Проценты. 5%. То есть это вообще нам ничтожно. Ты маленький, тебя может развести с этого объема. Зацепишь. Игорь. Меня что-то вот это вот зацепило меня. Давай музыку. Не, ну бутылок 20 выпьешь, ты можешь что-нибудь почувствуешь. Да. Бутылок 20 выпьешь, может что-нибудь даст. Да, ну точно. Ну ссать захочешь, почувствуешь точно. 20 такого пех хрень выпьешь, что это, не знаю. Ну если в неделю сидеть, то можно, наверное. Идиот у меня добрый. Ну, высокая, конечно. Но я думаю, что после третьей точно уже захочется, скажешь, ну да нахер мне эти вот еще 17, вот ну, того лучше. Писярик. Можно повторить? Да, это замедление какое-то пошло. На счастье. Видишь, уже зацепило. Вот завезло уже, Денисков. Без алкогольного. Ему алкогольного со страшного. Камеру-то показываете. Да с меня не видно, что у меня вон даже голова не тянется. Блин, ненормально вообще голова. Да, конечно, он на себя настроил. Чего это? Вот. А, смотрел в этот ютуб, это. Дима Бухой смотреть до конца жизни. Нормально? Так а мы что там делаем с тобой? Да чё? Боржу не могу. Там вообще просто КПД, то есть там, мы просто не в адеквате в оба. Я тебе что-то пытаюсь там, что-то я не помню, сказать или объяснить, просто бухой слышу, там меня как-то и при этом дико мило. Это когда было? Это вот когда, кстати, в отеле стоял в этом. Когда пришла милиция. Ты стоял рядом с тем шкафом, где ты на утро нашел телефон. Это как говорит, пацаны, милицейскую фуражку там не нашли там утром. С пистолетиком. Солененький, говоришь? Мега, честно говоря. Ну как? Надо просто маленькими кусочками закусывать, специально картошечкой, лучком сдабривая. Да. Вот так вот. А, Дима, давай сразу. Ну, ромбай, держи, да? Держи. Ну, это деликатес, наверное, что-то. Нравится такая вещь? А? Нравится такая вещь? Планчик, не снимать. Зачем здесь же стоит? Зачем домой-то еще? Тащи этот диван. Ночью трое тащат такие, да? Из Royal Pub. И масло засовывают, да? Приобрели. Да. Я вот такое канапе с груздем сделал, с картошечкой обжаренной, с лучком маринованным. Да. А сметанку я забыл положить. Вилкой? Да, сметаночкой надо вот так сдобрить. О, вот это вот. Не сказал бы, вообще бы все упрочняло. Боже мой, это же... Ядерная смесь какая-то. Божественно. Нет, ты что, это вообще, это кажется на самом деле, что это не с таким как продуктом. Это самая тема вообще. Вообще вот это вот, это же надо вот видеть вообще вот как сейчас, это. Сейчас тебе что упадет? Дюжа смачно. Салат-то ел когда-нибудь с этим же наверняка же, там с грибами? Я не любитель грибов вообще. Че, ну, подожди, это тебе не скажу. То есть ты хочешь сказать, что постоянно ем грибы? И не те, которые... Кажется, только ты их завтракаешь или нет. Я, по-моему, постоянно с них прёт, да? Давайте выпьем, знаете, за что? Чтобы энтузиазм
позитив, профессионализм и стремление к победе и достижению целей никогда не покидал нас, чтобы мы всегда были в лидерах вот именно в этих качествах. Давайте. За АКС Спецмаш. АКС, мне почему-то всегда хочется на АСК называть. А? АКС. А я почему-то всегда АСК называть. Ой, нас как только не называют. То есть ты меня на последнее место ставишь? Почему? Ну что, есть такая АСК еще? Ну ладно. Проехали. Че вы АСК называете? Я вас не понял. АКС? Это значит Авдюковка постнеж суставов. А ты что думал? Хорошо, что никто не знает. Слушай, я даже не задумался сейчас. Абсолютное крепежное снабжение. Да. Абсолютное крепежное снабжение. Ну если так голову-то поломать, я думаю, к середине бутылки чуть-чуть мог придумать. Сколько ты типа делал? Это без бутылки придумывается. Мы люди творческие. Гросхаус? Да. Гро. Гробовой ялмастер. Гробовой. Гробы, гробики. Офисные, домашние. Домашние гробы. Смотрите, завод. Уже обсудили, ждали, что кто-то уже то ли с ноги, то ли две бутылки прилетело. Я думаю, что человек плазма, скорее всего, не ЖК. Да вообще пофиг. Я тоже. Выгорать. Выгорать, да? Дать удары. Да, может, выгорать. Нет, так все, если выгорают, так они не показывают. Блин, нифига себе, сытные салаты, вот, мясные всякие. Вот, я уже... Мы же перед этими брали колбаски жареные и сырные палочки с малиновым вареньем. Пиво там, то все, мы уже так хорошо посидели. Сырные палочки с малиновым вареньем? Да. Ну, сейчас как-то это случится. Ммм, божественно. В прошлый раз варенье у тебя, конечно, было клево. Ну, все же хорошо. Зачем не пьешь? Да мне за руль Дим садится, ну ты че? Ты как я пью-то? Ты до дома идти 10 минут. Ты прошлый раз накурил? Да. Кстати, варенье писал, ты ужасно. Там туда варенье просто было. Варенье, правда, крутое. Пусти я знаю. Туда вот. Что? Пусти меня вот туда. Так, а пойди куда? Ты испражняться пошел? Как? Да нет, я руки помыл. Ну че, пачка в руки? Ты руки-то не пачкай там. Ой, хорошо-то как.